Здравствуйте, мы студенты Baltic Aviation Academy, меня зовут Анатолий, это мой коллега Максим. Я студент модульной программы CPL курс. Меня зовут Максим, я студент Baltic Aviation Academy, ATPL модуль программ. Мы с радостью вместе с моим товарищем готовы представить наш летный день. Сегодня мы вам расскажем, как проходит наш день перед полетом и после него. Сначала мы идем, приходим в ангар, осматриваем наш самолет, выкатываем его на улицу. Вот наш самолет. Сегодня на нем мы будем летать. Смотрим, начинаем с кабины. Теперь протираем самолет. Заправляем 95-м бензином. Наконец-то мы закончили все проверки, мы готовы, будем лететь вдвоем. Здравствуйте, меня зовут Сухров. Меня Хумит. Мы приехали из Таджикистана, студенты Baltic Aviation Academy, CPL группы. Мы этим зимой усердно учились теорию, сдавали экзамены. Сейчас имеем немало налетов, 42 часа, а у Хумита 45 часов. Мы скоро уже получим свои PPL лицензии, мы достигнем своей цели. Сейчас мы идем летать. Вы увидите наш летный день. Ощущения отличные. Хочется, конечно, еще больше летать. И летаем. Ну, погода тоже хорошая. Ну, немножко был ветер боковой так. Вот сейчас Хамичку мастер свищ включаю, чтобы он проверил, стол спит. Вот. Нормально. Вот сейчас надо готовиться, я самостоятельно буду летать. Обычно все должны проверять самолет обязательно. Так вот, сейчас я проверил. Ну, уже должен сесть в кабину и как бы подготовиться к полету. Ну, возбудительные первые ощущения были. И я думал, о, неужели я скоро буду сам так летать. Когда я, инструктор рядом со мной сидел, и я на него смотрел и чувствовал, что скоро тоже я буду так держать штурвал и буду уверенно себя чувствовать. А сейчас вот я думаю то, что постепенно уже достигаю своей цели и
вот мои часы уже как бы заканчиваются скоро, и я думаю, что через пару часов тоже должен буду уже сдать первый свой экзамен полетов. Каждого полета мы должны обязательно заполнить свой логбук, свое число и не забыть, сколько ты часов налетал. Обязательно все должно фиксироваться в логбуке. Вот. Я сегодня летал в другой аэродром, был очень тяжелый маршрут, и я думал, что хорошо приземлился и прилетел обратно.